Он и сейчас крышует это заведение. Все принятые решения проходят через него, потому что он негласный сотрудник СБУ и прокуратуры. Он его на заседаниях имел наглости сказать о том, что ну вот он же сидит, хватайте его. Это тот человек, который имеет право вынести. И ему неоднократно заявлялось на суде. Вынести, значит... в прокуратуре о совершенном преступлении. Да. Окрему думку, как его называют? Окрему хвалу. Окрему хвалу. Мы неоднократно заявляли, что мы подавали в органы прокуратуры заявление. Неоднократно. Вы можете это проверить. Все документы можем предоставить. Басалаев закрыл дело по 6.2. Как это вообще где называется, у которого налоги не платят? Значит, это было предприятие Альтаир Юг. ООО Альтаир Юг. Значит, это чисто была обнальная контора для фермеров. Через нее обналичивали деньги. Значит, она крышевалась, ну понятно же, что они ее, скорее всего, забанкротили, я не знаю судьбу этого предприятия. Но на всех заседаниях Калиниченко утверждал, что он настолько там щепетильно относится к предприятию, что просто там каждая копеечка у него на счету, и он уплачивает налоги. Значит, он каждый раз заявляет о том, что он акта проверки не видел, его никто не уведомлял. Это документы бухгалтерского учета все уничтожили. Да. Почему-то умному указанию, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности. Именно это прокуратура берет в основание принятия решения об отказе уголовного дела в отношении. Вот и все банально. Да, не надо сейчас увлечься.